Привет всем случайным зрителям, тысячам хейтеров, а также всем халявщикам на видеопортал Спортбайкера Speedraptor 2013. Как вы уже догадались из названия видео, сегодня речь пойдет об открытии мотосезона. Пользуясь случаем, поздравляю всех с новым открытием мотосезона 2020 года. Надеюсь, что вы тоже уже открылись или еще и не закрывались, или еще ждете благоприятных метеоусловий. Можете черкануть пару строк в комментах мне на радость. Мое открытие затянулось из-за погодных условий, то холодно, то дождь, то мотивации нет вообще что-то делать. Но, как вы видите, я сегодня очень удачно открыл мотосезон, и за это сегодня уже произошло много чего интересного. Расскажу все по порядку и заодно проведем краткий апдейт по ситуации на видеопортале Спортбайкера, так как этого давно не было. В принципе, что нового или что старого в новом мотосезоне будет или не будет? Вообще, этому мотосезону я еще меньше рад, чем предыдущему. Сами понимаете, из-за коронавируса все люди ходят в марлевых масках. Такое ощущение, что кругом одни врачи, а психбольница сгорела. А ты такой один без маски, как какой-то там псих или лох. И все, кто без маски, тоже психи. Маленькие дети, школьники, бомжи. Не знаю, ввели бы лучше поголовное ношение мотошлемов, я бы себя тогда нормально чувствовал. А так... Ну да ладно, хватит лирики. Короче, что нового? Начнем с негативного. А что ж такое-то? В Германии по-тихому поменялись дорожные правила, так, под шумок коронавируса. А раньше было как? Нарушил скоростной режим, тебе штраф и отдай права как минимум на месяц. А теперь превысил скорость выше 20 км в час и прощайся с правами навсегда. Плюс штраф за скоростную езду, причем независимо в городе, за городом или на автобане. В общем... Это очень дорого, учитывайте, если соберетесь транзитить через Германию в будущем. На данный момент граница с Австрией перекрыта для персонального транспорта, идет только грузовой и то с задержкой. Но Австрия потихоньку оживает, к 15 июня обещали открыть границы. Что еще? В этом сезоне столько всего обломилось из очередных проектов, что хоть все творчество на YouTube забрасывай в дальний угол. Все, что было запланировано непосильным трудом, перенесено на следующий раз. Это вы можете посмотреть здесь в правом углу. Там более 30 проектов на выбор. Что вам интересно, можете поддержать лайком, комментом, репостом или донатом. Ну и так как гребаный YouTube не показывает все проекты разом, то все проекты будут продублированы в Твиттере, Инстаграме, ВКонтакте, в WhatsApp и Фейсбуке. Не знаю, за что вы любите YouTube. У меня с YouTube'ом один геморрой, вечная тройная работа. Что еще? Кто из вас уже успел посмотреть видос о новой Honda Fireblade CBR1000RRR? Судя по вашим комментам, это никому не интересно. Хотя на русском об этом спортбайке больше нигде и ни у кого нету. Причем... со всеми подробностями, так как вы это любите. А вы взяли и всю работу над этим видосом и обломили. И это очень по-свински с вашей стороны посмотреть видос и не поставить хотя бы лайк под видео. Из позитивного. Количество подписчиков тоже изрядно выросло, что не может меня не радовать. И это надо будет отметить. Я, разумеется, тоже время не терял. Подписался на свыше 1000 мотоканалов. Как что-то новое выходит, то я смотрю. Потом цены на бензин резко упали из-за коронавируса на рекордный минимум 2005 года. А это очень хорошо. Мне нравится. Катайся, заправляйся, не хочу. А в Австрии литр 95-го бензина стоит меньше 1 евро. Так сказать, красота среди бегущих. Потом, что еще?
Помимо этого, я познакомился с одной дамой модельной внешности. У которой, ну, просто очень охуительные мотоциклы. А вы что подумали? У нее две Kawasaki Ninja, литр и шестисотка. И если хотите посмотреть видос о том, как мы с ней познакомились, то прожимайте лайки под видео, делайте репост в соцсетях, пишите комменты, закидывайте донаты на бензин, активируйте колокольчик, добавляйтесь в WhatsApp. Наберете под этим видео 2000 лайков, и я выложу видос на YouTube и покажу в описании этого видоса адрес ее инстаграма и адрес ее YouTube канала. Потом можете ей также написать, что вы хотите совместный видос с мототрека. Кто знает, кто это такая, тот держит эту интригу при себе. А что еще? Не знаю, негативно это или позитивно. В общем, сами решайте. Сегодня до того, как мы гонялись с дамой, я сбил на скорости где-то в пределах 160 км в час какую-то дичь. Это вот все, что осталось. Жалко. Ну и самая потрясающая новость для вас, ребятки. Помимо всего прочего, появились партнеры видеопортала Спортбайкера. Хочу сразу заметить и заакцентировать. Не спонсоры, а партнеры. Это большая разница. Спонсоры дают денег там на какую-то фигню, а партнеры это взаимная выгода в виде каких-то плюшек. То есть денег я с этого не имею, но имею информацию. И контент, соответственно, будет разнообразным. Так сказать, все для вас, мои зрители, и только для вас. Значит, что именно потрясающего? Помните, я вам говорил почти в каждом видео, что подписывайтесь на видеопортал Спортбайкера, ставьте лайки под видео, делайте репосты, пишите комменты, присылайте донаты. Было дело, да? В общем, я пришел к выводу, что случайные или залетные зрители с других мотоканалов постоянно выезжают на горбу подписчиков видеопортала Спортбайкера Спидраптор 2013, которые регулярно ставят лайки, пишут комменты, репостят в соцсетях, присылают донаты. И в связи с такой несправедливостью я решил изменить ситуацию в лучшую сторону. Теперь... Отныне и во веки веков на видеопортале Спортбайкеров, мои дорогие активные абоненты, вы будете поощряться разными плюшками. Короче, я скачал себе одну хитрую программку на смартфон, и при помощи этой программы я теперь могу проводить различные выигрышные акции, викторины, лотереи со своей постоянной аудиторией Спортбайкеров. Причем не раз в году на Новый год, а каждый день, каждую неделю или каждый месяц. Но толком я еще не разобрался, как эта штука работает. Времени не было все это протестировать. И как только результаты теста будут удовлетворительными, я вам сразу сделаю обзор этой программки. Но уже на первый взгляд понятно, что кто не скрывает свою открытую симпатию и подписан на видеопортал Спортбайкера, оставил лайк, зарепостил хоть один видос, например, в таких соцсетях, как Facebook, Twitter, ВКонтакте, в Инстаграме или в Ватсапе, оставил позитивный коммент под видео, что-то вроде «У, как это круто!», задонатил хотя бы раз, как минимум через Patreon, тот автоматически участвует в очередной акции. Шансы на выигрыш увеличиваются у тех, кто выполнил все условия, ну а кто не выполнил, выиграют в следующий раз. Все, кто зашифрованные, ничего не получают или кто не хочет участвовать в акции, шифруйтесь. За какие призы будет возможность побороться или что из конкретных плюшек вы можете выиграть? Ну, например, 4-недельный просмотр обучающих видосов на видеопортале Спортбайкера в Vimeo бесплатно или по скидке. Потом, например, все предметы, которые вы видели в обзорах видеопортала Спортбайкера Спидраптор 2013, начиная от экипа, моторезины, до мото ништяков и вплоть до обзоров всех спортбайков. Ну и помимо этого, конечно же, деньги для полетов по мототреку с крутыми чемпионами европейских мотошкол Испании, Германии, Австрии. Мотоэвентов супербайка или мото-гран-при. И это еще не весь набор всего перечисленного. В общем, все то, что вы из показанных предметов хотели бы купить, но как всегда не хватает денег, то как раз вот это все увиденное вы можете получить
от партнеров видеопортала спортбайкера Спидраптор 2013 безвозмездно, либо товаром, либо деньгами. Это как вам будет удобно. Поясню еще раз для тех, кто не понял. Каждый видос — это теперь лотерейная акция, и все, что в видосе показывается, вы можете при выполнении ряда условий выиграть и получить это на халяву. Если, например, в видосе про мотошлем вы оставили позитивный коммент, лайкнули палец вверх, сделали репост видоса в соцсетях, задонатили хотя бы раз, как минимум через Patreon, и подписались на видеопортал спортбайкера на YouTube и в Инстаграме, то программа эти все критерии учитывает, и вы попадаете автоматически в список участников лотереи. И главный приз будет крутой гоночный мотошлем. Кому нужен мотоподкат, проводите эти действия с видосом под мотоподкатом. Кому нужен лэптаймер, ищите видос с лэптаймером. Кому нужна Honda Fireblade, то, думаю, принципы вы поняли. Так, что еще? Наличие Инстаграма обязательно, иначе как я вам сообщу, что вам причитается выигрыш? Честно говоря, я не знаю, чем теперь будут заниматься хейтеры, но хейтить или просто игнорировать интерактивность с видосами видеопортала спортбайкера — это теперь вообще будет никому не выгодно. Когда будут проводиться эти акции? Да, это в принципе все зависит, конечно же, от вас. Как по мне, да хоть завтра, но лучше, конечно же, сегодня. А как только количество просмотров видоса, количество лайков, количество репостов с YouTube в соцсетях, количество позитивных комментов, оставленных под видео, и количество донатов будет равняться минимальному количеству подписчиков видеопортала спортбайкера в 2000 душ, так состоится акция, о начале которой вы узнаете только через активированный колокольчик, и прямая трансляция будет, разумеется, закрытого характера только для подписчиков видеопортала спортбайкера Спидраптор 2013. Кто не подписчик, тот не узнает о таком счастье. Для проверки я, разумеется, буду сверяться с аналитикой YouTube, так чтоб не было перекосов, а то мало ли что эта программка там насчитает, и чтоб не было накруток. Касаемо денежных лотерей, вдруг у кого-то действительно напряг с деньгами, то имеется видос на видеопортале, где полисмен дал мне денег. Под этим видео нужно выполнить все критерии, за исключением доната. Линк я вам обязательно оставлю в описании. И первую лотерею с него мы и начнем. Донатов я насобирал где-то... А хотя вы это и сами можете посмотреть, сколько там накапало. Линк найдете в описании под видео, заодно и зарегистрируйтесь, иначе... как я вам выигрыш переводить буду. Доступа к WebMoney и Яндекс.Денег у меня нету. Поначалу я думал запустить эти деньги с донатов в карман рекламодателей, пропиарить, так сказать, видеопортал спортбайкера в YouTube, но что-то нет ни одной конторы, которая вызвала бы у меня доверие. Да и деньги раздавать подписчикам всегда лучше, чем каким-то там рекламным лохотронам. Ну и в подтверждении всей своей серьезности, это довольно-таки крупная сумма денег будет гарантией того, что на видеопортале спортбайкера это все без обмана. И эта крупная сумма будет задействована в ближайшее время. Денег этих вам хватит, чтобы покрыть ремонт спортбайка или потратить на что вы захотите. То есть на входе ты платишь рубль, а на выходе забираешь уже... Имя партнера, условия и сроки проведения старта данной халявной акции вы можете узнать только из следующего закрытого видеострима на YouTube. О начале стрима вы узнаете только на одном из аккаунтов видеопортала спортбайкера в Инстаграме, в Твиттере, Фейсбуке, Одноклассниках, ВКонтакте, Vimeo или через WhatsApp. Помимо YouTube можно будет проводить и на других платформах соцсетей лотерейные выигрыши, но все зависит от количества участников на этих платформах. Посмотрим, как пойдет, там решим. Думаю, вы меня поймете и в этом плане поддержите мою инициативу. И в заключение столь приятной новости у меня к вам просьба. Пожалуйста, не лайкайте все подряд, а то вы в добром порыве наколбасите, и я с вами разорюсь. Поэтому пользуйтесь этой плюшкой только в тех видосах, где вам действительно вещь интересна. Ну и по традиции, все, что непонятно или есть свои идеи насчет викторины, то предлагайте в комментах. Вместе всегда интересней. Хочу заметить, что ничего подобного в YouTube еще ни у кого нету, да и вряд ли оно когда-то будет. Не упустите свой шанс. Такой халявы вы больше нигде не найдете. И мой вам совет — воспользоваться данным предложением, пока это за тебя не сделал кто-то другой. Вы сами знаете, что плохого я вам не посоветую. В общем, кто не подписался, тот без выигрыша и остался. Так сказать, старт сезону дан. Посмотрим, каким будет финиш. Понравился видос — жми лайкос и пиши коммент. Все, кто чаще других ставят лайк и пишут коммент, получат скидку на обучающее видео платного
канала на Vimeo. Кто ждет масштабных мегаобзоров крутых спортбайков, можете поддержать денежкой через донат. Линк найдете в описании под видео. Дальнейшие видео, обучающие азам управления спортбайком с инструкторами международного уровня, ты найдешь на видеопортале спортбайкера в Vimeo. Линк также находится под этим видео в описании. Граждане, товарищи, зрители, не забудьте задать свои вопросы, если они у вас, конечно же, есть. Задавайте свои вопросы, кому что непонятно. Ответ на вопрос будет только подписчику видеопортала спортбайкера. Ответы на вопросы более индивидуального характера о спортбайках, продвинутой технике управления и всего, что так или иначе связано с мототреком, находятся в специальных разделах группы видеопортала спортбайкера ВКонтакте. Пропуск в группу согласно проданным билетам. Кому что не понравилось или что можете добавить к вышесказанному, клацайте в комменты под видео на YouTube. У кого что наболело и всю свою ненависть можете также озвучить, но вероятность, что ее отфильтрует Google, очень велика. Не забывайте делать репост этого видео в соцсетях. Ваши дизлайки — это те же лайки, но как дополнительная реклама YouTube порталу. Если есть дизлайки под видео, значит, я все сделал правильно. Кто ждет увидеть затюнингованные спортбайки под мототрек, самые подробные мега-тест-драйвы новых спортбайков, руководство по модернизации и техобслуживанию, сенсации и новинки спортбайкостроения с мотовыставки, профессиональные настройки подвески от экспертов именитых фирм, как Öhlins, Mupo, Wilbers, тренинг-уроки и методы управления спортбайком от инструкторов международного класса и еще много полезной инфы от первоисточников, стримы с таких легендарных мототреков, как Зальцбург-ринг, Панонианринг, Заксенринг, Лаузицринг, зарубы на мототреке против спортов, видеорепортажи с питлайна и поддоков таких масштабных мегаэвентов, как мировой супербайк и мото-гран-при, выигрыши от викторины видеопортала спортбайкера Speedraptor 2013 на мотоэкип и мото-ништяки, встречи с легендарными персонажами, как Медес, Вечи 87, двухкратный чемпион мирового супербайка Трой Корсар, стантер и рекордсмен книги Гиннесса Лотер Шауэр, гладиатор гонки в Макао и участник легендарной турист-трофии острова Мэн Хорст Зайгер и другие известные гонщики мирового масштаба. Мотопутешествия на спортбайке по странам Европы, дерзкие соревнования против мажоров в спортивных тачках, разбор опасных ситуаций на дороге, помощь новичкам в выборе и покупке первого спортбайка, лайфхаки и обзоры на гаджеты, облегчающие повседневную жизнь спортбайкерам, советы по выбору экипа, веселые истории из жизни спортбайкеров и многое другое. Такого больше нигде и ни у кого на YouTube нету. Самый лучший контент о спортбайках для лучших зрителей видеопортала спортбайкера Speedraptor 2013. Смотри видосы, развивай свои знания в теории и умения на практике. Добавляйтесь в абоненты видеопортала спортбайкера Speedraptor 2013 на YouTube. Лучшего контента о спортбайках тебе на просторах YouTube просто не найти. Запомни это. Кто не подписан на видеопортал спортбайкера, тот против спортбайкера. Фотки спортбайков с мототрека и короткие анонсы видеоэвентов Speedraptor 2013 найдете в Инстаграме. Не забывайте добавляться в группу видеопортала спортбайкера ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, Одноклассниках, в Перископе и на Vimeo. В друзья попадают все, кто делает репост моей стены в соцсетях, подписан на видеопортал спортбайкера в Vimeo и подписан на основной YouTube портал спортбайкера Speedraptor 2013, а также и на три дополнительные ветки в YouTube. Следите за рекламой следующего лайвстрима, активируйте колокольчик. Все самые интересные линки находятся в описании под видео. Подключайся, оно тебе в хозяйстве пригодится. Всем легкого фарта, великих побед на мототреке, безаварийного сезона. Увидимся в следующем видео снова. Чао, спортбайкер. Рев моторов сотрясает наши города. 2 на 4 мы не променяем никогда. Это наша жизнь и это наша судьба. Родные по духу всегда поймут меня. Рев моторов сотрясает наши города. 2 на 4 мы не променяем никогда. Это наша жизнь и это наша судьба. Родные по духу всегда поймут.